Бог жив здесь. Вот тут бы Блинк на Марсе, понимаешь? Вот такие эпизоды, вот эти... Да, ради этого надо. Но посмотрим, как все закончится. Потому что сейчас Юраги заходит в драку. Феникс ставит Супернову на холме. При этом Санреем лечит своих союзников. Пошел Санстрайк. Санрей очень много пользы приносит. Блэкинг Бар. Химик. Арена стоит. Да, Сноуфол качественно. Тотик, оно Соник Вейв пятерых. Серьезно? Обалдеть. Об этой драке я и говорил. Понимаешь, это тот случай, когда из огня да в полымя, потому что ты прячешь вроде как Сноубол, вроде ты молодец, но ты забрал. То есть я так понимаю, что будет и хайграунд пуш в скором времени. Да, скорее всего, вот таким же образом, если что. Да, об этом и речь. Ты просто встал с этим аганимом и пушишь. Пушишь, блин, это очень забавно. Так, покатился Туск. Есть инвокер. Тут рядышком и Феникс. Еще и арена. И огневные пацанчики бьют. Ой-ой-ой-ой-ой. Это тильт. Ну, может быть, хоть кого-то получится убить. Феникс так-то уже без ульты. Его можно попробовать забрать. Да не, это уже какой-то тильт. Это уже ребята дерутся просто, чтобы драться. Просто, наверное, чтобы драться. Ну, посмотри, ну что это? Тыц. 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 Просто... Дай би, Тамар, дай би. Предполагаешь, что игрок не способен вытащить, ты не строишь игру вокруг этого игрока, и ты не даешь ему нужных героев и нужных ресурсов, то как он себя раскроет? Просто, ну, играет постоянно Кристаллис. Вот я сижу, у меня просто DPC перед глазами. Они от этого немножко отошли, вот когда Резо пришел в команду. И вот снова я включаю матч, комментирую, там, финальная стадия турнира, снова разор, снова шестой нетворс. И это ж то, что было в DPC. Это прям один в один. Абсолютно верно, Алексей. Может быть, стоит поверить в Кристаллиса, я не знаю, дать ему шанс закерить? Так я до сих пор не понимаю, по какой загадочной причине линии стояли именно так. Возможно, в аналитике приедет Егор сейчас, эту игру посмотрит, Артур ему что-то там скажет, подскажет, и они разберутся, почему так. Смотри, этот эпизод начали уже без алхимика OG. Они уже по умолчанию должны быть слабее, но посмотри на продолжение. То есть ваш план на игру точно не сработал. Ну и плюс вот эти микро такие эпизоды, микропровалы там с Рошаном и так далее. Байт на Пупея. Это уже интересно. Соперники знают, что Пупея любит пофармить на шару. А тут такая готовится ловушка. Да, и тайгу очень быстро снесли. Есть рефрешер, Кристаллис, все поиспользовал. Амар заходит вперед, пока что блокирует людей, не подпускает их к Супернове. А Супернову-то, ну, надо бы уничтожить, либо убежать от нее. Решают второй вариант. Использовать, но Кристаллиса вот догнали. Два БКБ. Вы и так проиграете. Это когда, знаешь, преступное бездействие. Да, это такая попытка подраться, чуть ли не смог, последней надежды был. Может, сейчас убить хотя бы? Да нет. Там еще и алхимик подкинул. Да, и фактор допинга. Феникс тоже, лечение работает. Стабильно, регулярно. А вот посмотри, Амара с аганимом, он просто стоит и уничтожает людей, он даже не теряет практически спинку, здоровья. Спинку ему, бить. Минус Юраги, нормально, но Амару плевать. Амар стоит, он еще там, знаешь, может хоп и сатаник нажать. Да, смотри, что делает. Не, этого героя больше не пропускаем. Я могу на это смотреть, извините. Классный, кстати, Санстрайк был. Спиночкой, тут Кристаллис, спина, хорошо! Лакрити! И убить его! Сатаник откатился почти. БКБ нет, промахивается копьем. Давайте, он наш, он тепленький. Бьем, все вместе. Хорошо, навалились. Полетели тефтели, нормально, минус тайга. Да, сбили ТП, молодец. Сбили ТП, отлично. Добивать Амара еще немножечко. И вот туда, давай. Хорошо, и этого тоже. Минус 5, господа. Как же было легко. Да и слева, понятное слева дело, тоже. Да, слева но не густо. Ты свел игру к элементу одной драки. Раньше у тебя был запас прочности, теперь его нет. Если ты проигрываешь драку прямо сейчас, ты проиграл игру потенциально. На Пупея находит тайга. Вернее, тайга находит Пупея. А я одно и то же сказал, неважно. Да, Супернова, Санрейчик, все светит, все лечит. Три героя под Санреем. Да, две потери для команды Secret. И что, Пупея добьют, скорее всего. А нет, Юраги не заметил. Да, там Бимик все-таки был. Кристаллис, 500 хп, 450, 1 в 3. Все, и остается только ниша. У него... Чуть да, больше либо, минуты. Либо 910 монет, но их так просто на карте не найти. Невозможно. Это невозможно.
в таком количестве золота не взять. Боже, ты посмотри, что с казармами. Так у него же 25-й. И да, да. На топ-крит еще там. Все правильно, все правильно. Пытаются контратаковать. Пупей не живет, в принципе. Есть, да, Deafening Blast идеальный. Но Ниша один не может. Даже вдвоем, ГГ. Даже втроем. Нужны 5 героев. Да, поэтому мы видим надпись ГГ. OG все-таки заканчивает эту серию, недовыполнив план по закидонам. Ну, пощекотали немножко нервы свои.